Добрый день, уважаемые садоводы! С вами сад Хризантем. И сегодня поговорим о таком методе черенкования в малом объеме. Много черенков в малом объеме с общей корневой системой, да, получается. Для кого этот способ очень хорош? Для раннего черенкования, когда на окошке, на подоконнике или где у вас стоит досветка, мало места, но хочется как можно больше зачеренковать. Вот в такую чеплашку входит 12-15 черенков при плотной посадке. А объем, как вы видите, всего лишь маленькая чеплашка. Не обязательно для этого брать какие-то профессиональные тары или кассетницу. Можно взять посуду из-под майонеза, я не знаю, там мед продают, да, в таких чеплашках, какие-то пищевые продукты, которые продаются вот в такой упаковке. Даже если не из-под продуктов, одноразовая посуда стоит в наше время довольно-таки дешево, но очень удобно. Делаем обязательно дренажное отверстие. Торф у меня влажный, но не сырой, не мокрый. Сразу предупреждаю, что если будет сильно мокрый торф, то черенки при таком укоренении могут загнить. Потому что мы их сейчас поставим и запечатаем. Вот буквально два пальца. Черенки я подготовила, оборвала нижние листья. Большой лист нам здесь не нужен. Почистила черенок. Черенки у нас это первые. Видите, они с слегка одеревеневшим стволом. Столоны, да, вот из-под корня, которые идут, новые побеги. Они такие более крепкие, более одеревеневшие. Вот мы их и нарезали. Тут у меня 10 штук. Смотрите, нам надо их постараться выровнять, чтобы они были одинакового размера. Можно сразу всю пачку взять, одного обрезать одинаково. А можно постепенно, подгоняя черенок под черенок, да? Для чего это делается? Чтобы при дальнейшей посадке те, которые у вас повыше черенки, не задавили те, которые черенки поменьше. Видите, самый маленький, но я его уже резать не буду, как он есть. Где тоже подходит. Не обязательно там тютелька в тютельку, но просто убрать, которые наиболее высокие, чтобы они были равномерно одинаковые. И вставляем. Распределяя по таре, чтобы между ними было все-таки расстояние какое-то. Примерно, ну вот если так вот прикинуть, где-то 1,5 на 1,5 у нас все равно расстояние есть. Я даже, видите, что-то перестаралась, можно посвободнее поставить. Сейчас распределим. Отсюда один заберем и в серединку его поставим. Все, поставила. Я сбрызнула слегка сразу фунгицидом. В данный момент я использовала строби и закрываем вот так вот пленочкой. Все, это мини-теплица с микроклиматом. Что у нас в итоге получается? Вот я показываю, как в дальнейшем мы откроем пленочку через неделю, не больше. 6-7 дней мы вот так вот их оставляем. Через это время мы открываем. Опять-таки, если вы не уверены во влажности торфа, то вы можете открыть через дня 2 посмотреть, через 3 дня посмотрите,
Если у вас слишком влажно, то, конечно, там будет видно, что много влаги, и черенок начинает вянуть. Если с температурой, с влагой, со светом все нормально, то черенок будет очень бодренько стоять. Что получается в итоге? Через недели две, вот это, наверное, даже 3 недели уже черенкам. Посмотрите, постараюсь так вот. Видите, корневая? Сейчас я их вот так вот достану. В чем недостаток этого способа? У вас корневая получается вот такая. У вас корневая получается вот такая вот совместная. И их приходится обтряхивать и уже рассаживать поодиночке. Можно сказать, где-то вы травмируете их. Где-то вот посмотрите, хорошая, какая корневая образовалась. Где-то только-только началось. Но есть, уже можно пересадить. Вот. Вот тут подольше они стоят. Нет, они посажены, зачеренкованы были в одно время, но этот сорт быстрее укореняется. Видите, он уже пошел в рост. Это тоже один из нюансов, как узнать, что черенок укоренился. Он идет в рост. Черенки в данный момент у меня худенькие, потому что они не стояли. Вот этот вот, они как только укоренились, а я их убрала с досветки, поставила другую партию. Естественно, они стояли дальше на доращивании, поэтому немножко вытянулись. Корневая. Тут лучше видно, какая. Прям видите, она монолитом. Если их передержать, то они полностью обрастут. Будет потом проблемно их разделять. Даже сейчас вот эти вот мне придется их травмировать немножко. Разделять. Но в данный момент они хорошо разделяются, не разрывая корневую систему. Ну вот покажу. Один черенок, видите, маленькая-маленькая, но корневая все равно есть. Вот так вот лучше. Вывод. Можно на маленькой территории зачеренковать большое количество черенков и успешно их укоренить. Все. Успешных посадок!